по хаву и Бутремен по твоей сестра, если еще не отдали. Вакати, Будик, Тщеславность. Идите, пожалуйста, за там и за тенями. Вот, Кати, танк забрал укус. Что вы босса здесь с боссом делаете? Зачем вы его развернули? Зайдите в лужу все, блять, вы гоните или что? Там просто таунт нажал и все. Кто таунт нажал? Ник этого человека, ну, минус Кати. Нажал, что ли? Макати таунт нажал. Нет, там просто босс развернулся и зеркало перекинулось, да, это точно. Ну это, наверное, кто-то либо с каким-то образом сорвал, хотя мне кажется, это невозможно, либо бил под какой-то типа хуйней, типа. Не могу. Я легалайз бил под синести. А мне это... камень души. Снимай, 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 снимай диван, Хау. Хау, снимай и убегай. Кастуй масрез, на кого кастуется. Андрюш, скажи честно, бил под сини или нет? Все. Я понял. Ну типа, я предполагаю, что, короче, сорвали агро, он нажал таунт и после этого пошел укус. Но агро никто не срывал, я смотрел по уму, но... Они срывали, просто они подвели босса, получается, на сцену, и они его развернули. Один танк, походу, развернулся, второй остался за... ну, с той стороны. И зеркало перекинулось, и Вакати автоматически был третьим по этому. И все, и на него повесился укус. Это залет. Не разворачивайте босса. Нет, я не хочу тебе подгребаться, девкать, но ты типа сам сказал, что таунт нажал и все. Так я сказал, я нажал. Таунт, ну, нельзя нажимать на этом боссе, второму танку. А, просто бежишь, автоатака бьешь и все. И вот, типа, вот просьба ваша, вот вы курите босса, прям в стену куда бежите с ним и все сразу же. Все, короче. Прибахаемся, ресаемся и полетели. Нормально, ничего страшного. Не произошло. А пока вот, сколько у тебя уже в общем сумме осколков? 25. Ровно половина. Блять, мало, пиздец. Блять, и магазин за. Да, блять, я бы давно уже купил бы их, честно. Так купи. Не в то время, сейчас я же ушел купить их. Дай мне работу. Спокойся, блять. Донатить выиграть, ну такое себе. Согласен, что тебе не давали. Да, блять, я помню, как ты не донатил. Этот, как там в трине? Огнис появился, пока Огнис появился, потом еще тринька этот, как его, с Джайной. Поставьте ска. Ари, Андрюха, могу себе позволить, блядь? Ну тогда вот, сейчас не могу, к сожалению. Поставьте ска. Да, менталя еще сон. Все, давайте, блин, уже сделаем нормально. Только каличи. Сейчас я скину аккаунт, чтобы он нормально показывал, а то он хуету какую-то показывает. Готовность. А, да, там новый аккаунт есть от Сируса. Поставь, попробуй его. Надо просто детейл. Ну, блин, вдруг все время этим заниматься. Нет, не, надо заняться. Про аккаунт. Окей. А, у чего не хватает? Не вкажьте, пожалуйста. Танки 2, встаньте уже на позицию. Почему какие-то персонажи раньше вас стоят? Все, прям ведите босса, ведите, не стойте. Под лицо никто раньше не забегите. Так, я укушу Будрэйвена тогда.
крест будет собака вам легалайз и будрелан квадрат. Скоро тебе не 6 секунд, приготовьтесь выносить. Сацуна, Саня. Саня, ты что делаешь? Делаю... Не слезь, Маша, Маша. Все, я понял, красавчик. Маша, закинь ПС-очку. Сенс, если есть, можешь давать. Не давай. Тени через 8 секунд. Приготовьте. Фокси, выбежал. Фокси! Хорошо. Крест Апокал вместе со мной, квадрат, Будрелан и этот. И Легалайз. 2 секунды и тени приготовились. Будрелан, Макс. Все, кто могут хилить, помогают хилить. Следующие тени. Маша, закидываешь зубы. Тщеславность, Сизморский, Инер Пахау. Кусяло по Сацуне. Маша, вот эти, на эти тени закидываешь зубы. Снял. Все, очень много места. Сейчас вообще луж нет. Встаньте только, блин, нормально. Не как каличи. А ты будешь рэп? Блять, я цинка укусил, ебать. Вложение, там в Акате первый танчи ты. Забирай. Сенджик будешь вторым танком. Блять, Сосуны кусают. Ну чё, ну? Потому что мы... Макс тоже... А, я в квадрат это... Мне минус для детей, я в квадрат вместо креста забежал. Сбежали, сбежались. Войд, закастуй гимноману. Кусяло, выбеги. Кусяло, Юра. Все немножко правее отбегите от босса. Сенджик, сукусишь апокалипсиса. Бетик, встать есть? Есть. Встанешь после пакта? Давай. Потом. Так, я Войда укусил. Славность, выбеги. Так, Шанишка, закастуй гимноману. Не забудьте, что сейчас 3 пристака стоит гимна хп. Все, выбегите уже в центр, чтоб вас не загнало. Джанг, выбеги. И выбегите в центр. Чтоб вас не загнало никуда. В лузу никакую. Ебать. Когда кастуешь гимн Ловец снов на хп, сразу на ману кастуй. Числовность БР по хаву. Сбежались. Отдали укусы. Сейвы все отдайте, Геру нажмите. Зайди под лицо... Андрей, Фобус. Зубы на Фобуса, если есть. Лужу разлили. Да. Лужу разлил. Хант поделенит. Ой, блядь. Мне минус дайте и Ханту. Ну вы чё, блядь, делаете, ебать? Ну там был Дэд в этом, Луду тоже, да? Я куда тебя его не видел. Да все равно мы убили в ДПС. Убили мы в ДПС, ухватало. Притык, но хватало, если б не сдох ничего. Бля, я просто крест с квадратом перепутал местами. Здесь. Ужас. Они похожи?
Ну, я быстро... Ты ушел за, похоже. Тань, ты всегда бегаешь в квадрат. Чё ты вообще в крест решил пойти? Хуй его знает. Я же говорю, просто обычно крест... Или, может, так же ставлю. Короче, я налево обычно добегаю и этот... Всегда ты так крест ставишь. Квадрат сюда с левой стороны. Ты всегда в него бегаешь. Ладно. Срать. Давай, Макс, ты будешь крест, я в квадрат. Что я по привычке побежал, блин, и даже не... А может, за ним... минус надо въебать? Мне и Энлиту. А Будрэй... А лужу разлил? А лужу кто разлил еще в райде? Энлит. Не, там мел. Укус проебали, типа, лужу разлили, и вы два укуса проебали. Четвертый человек кто-то еще должен быть. Сенджикс проебал укус. Энлит разлил лужу. Так, Сенджикс вообще... Макс... Ну, я его укусил. Нечаянно. А. Я поставьте шкаф сдал, лучше, блядь. А второй просто не мог найти, кому дать укус. Шкаф, да, шкаф, шкаф. Бучавана. Постоянно какая-то хуйня. Спасибо. Не хотели сумонить. Я их уговаривал. Мне не надо было. Мысли не надо, как не надо? Надо, надо. Ну, бежала бы там себе. Это из оперы и все. Или нет? Ну что, поехали. Ну, ждем рибах, ману к тебе восстанавливаем. Следите за укусом, там просто началась... Я следил. Укусы и тени, все. Больше ничего не надо. Это было... Вот молодцы, кто запулил раньше времени? На меня зеркало повесили. Приход. Через 5 секунд. Макс, короче, укусишь меня, если я вдруг кинет, уйду. Шанитка выбежал, Макса. Если вдруг на меня кинет херню, кинет, укусишь Апокала. Апокал с тобой в квадрате встречаемся, легалайс и в Кристус вместе с Будревом. Вячеслав из Морской Инр по хаву. Кучава по Сатуне. Тени, Будревен Макс побежал. Ладно, все, сколько потом там оставишь. Укус, подбегу к тебе, Макс. Тени приготовились. Фокси выбежал. Следующая тень, Маша. Закидываешь этот губы. Фобус, Андрей, мой сеть бабл нажми. Чтоб не засирать. Смотрите, чтоб вас вправо не под лужу не загнало. Не бегите в лужу эту. Так, БР по санитке. Из морские отдай. Сбежались. Если есть, Саня, сможешь давать.
Сунь, выбежал. Прохил, прохил. Нажми гимн на эту на ману ловец снов. Грибафните шинишку, особенно на ХП. Тени через 9 секунд приготовьтесь. Укушу Войда. Две секунды тени приготовились. Бесславность выбежал. Погасил кашу. Войд, закастуй пока гимн на ману. Пока не, ничего страшного не происходит. Угу. Воу, как откатится Инер, по себе зальешь, Чеславность зальешь по Халу. Кусяло по Сацуне, Изморский по Сацунистке. Бурменталь выбеги. Все, выбегите все в центр, везите место, ищите себе. Не умрите только. Куда вы втроем прибежали, блядь? И вы, три гимна жмите. Три гимна жмите. Хал, ты должен был продолжить. Ну, ладно. БР по Халу отдай, Кусяо. Встанешь после пакта. Кусы отдали, тени вынести, главное. Геру дали. Лужа, 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 лужа. Да блять, ну кто? Какой калич? Не знаю. А это кого? Он убил. Ну мне опять шаман показался. Теперь бетик вроде, не? А там одновременно и укус эта хуйня была, я не заметил. И что? Иди выноси, блин, в любом случае. Так я же вижу, что я даже не увидел. В любом. Я не увидел, Серега, одновременно и укус. Кричи. Это не я. Это если не ты, я. Если бы ты была, на тебя бы не кричали. Таня бы сказала, ничего страшного, еще раз. Блять, да потому что кучу раз... Кучу раз, да не ты, не ты. Кучу раз уже были, блять, кучу раз. Посмотрим, посмотрим. Может быть, продадим. А какую цену вообще ставить? Ну, блядь, зачем дружича дохуя надо брать? 150 тысяч. 500к. Ну, это минимум. Не, 500 это ну, дохера. Ну, тогда тоже по 500 сейчас минус цену. Вы частично тоже вайпнули рейд. Окей? Ну, типа... Ну... Спроси... Блядь, ну давай 100, окей. Прощай. Рубай, блядь, следите за ебучим, одни тени только проследить. Если повесились на вас, уже лучше укус не отдать, вас расстреляют там сзади. Или вы уже сдохнете просто, как собака последняя. Просто видит, что ты убегаешь с тенями и не можешь никого укусить. Останься в луже и сдохни просто, и все. Так, он тебе честно сказал, что он не увидел метку. Вот и все. Я понял уже. Нет, повторяю. Просто уже заебался вот здесь. Сам тоже купил. Вот порезайте там, кто где-то, на кого масс-рез не сработал. Смотрите, близко не подходите только. Все, вот дальше из Морского никто не подходит, это босс сзади. Да меня достаешь или нет?
Да достают, достают. Нормально. Фух, ладно. Собрались, убей. Два сегодня, конечно, не хватает из блока, два хапала. Можешь в шестого спекнуться? Может, бетчика просто спекнуть? Ну, я не знаю, короче, это не хочу тоже грешить на Хэлла, потому что люди тут очень часто обижаются. Но ты уже второй раз умираешь просто. Чё ты без саппорта бьёшь босса? Просто на вихре второй раз умираешь. Класс, тем более выдают, кидай обмен. Вообще здесь тупо под саппортом можно килом, если весь рейд. Гильдия фласки выдает. Взял, выпил просто. На, бери и принимай обмен. Кидай ролл. На 2к. Маша, у меня больше нет саппорта. У вакатики не обмен. За саппорта. За саппортом. И пристубав дайте. Все-таки, короче, это, Андрей. В ваших отношениях доминирует это покал, да? Зачем вы его? Кидай. Сюда. Ну, блядь. ДКшники. Сука. Короче. Где нахуй? Этот. Чё, замолчали, полетели. Здравствуйте. Здорово. Здорово. Макс, блядь, дайте БР по нему. Зеркало словил, видимо. Так, у кого свободный есть БР? Кусяло, по-моему, ты с БРом. Давай. КД, лоу. Лицо пиздюри поймал. Ребашните Будревана на фул. Повец снов. Эмобой. Давай. Чеславный стинер по хаву. Из морски тоже. Кусяло по соцпуне. Тени через 8 секунд. Через 4. Лапу дайте еще. Гнихан. То же самое, также укусы отдаем. Пени, бета-тестер, твоя сестра, твоя сестра. Блять. Путаю вас. Разбатиков. Похоже. Реально. Как одна капля. Там какой-то фикс выкатили. Под данжал. Там разберемся. Все, выбегайте в центр все. Тени скоро будут выносить. Выбегайте, ищите, ищите место. Джанг выбежал. Блядь. Так, блядь. Вы чё делаете, ёбана? Потому что какого хуя ты туда к луже идешь, ты тупой или что? Говорю же, блин, подходи, ищи место себе. Мы же раньше выбежали. Просто пиздец какой-то. Это другая тема. Короче. Изморские, если они не КД БР, ББР Лигвайза. БР у всех КД. Через сколько там будет, у меня не показывает. Тут 2 секунды уйдет. Изморские по Лигвайзу, да.
атаковать, когда? Ага. После пакта. Войд, закастуй гимн на ману. Уже. Тени. Хау, выбеги, пакт, хау, входи. Там столько, ну как-то... Пробуем бить. Ловец снов тоже гимн на ману дай. И славно стин разольешь по хау, кусяо по стацуне. Воу по себе. Ловца укус. Если укусы отдадим. Хау выбеги, хау выбеги. Смотрите, разольет калий снова. Он нормально бабу нажал, хорошо. Смотрите, в квадрате очень много лучше. Разбеги, не бегите в квадрат. Там ловцу снов. Это укус. Не кусать его, пожалуйста. Солу и все спокойствие нажмите. Гимны отдайте. И сразу сбежались после того, как она садится. Сбежались. И не просыте укусы. Отдайте нормально укусы. Сбежались, сбежались. Скоро будет тени. Тени из морской. Выбеги из морской. Дэн. Барменталя убейте. Сука, хилится, пиздец. Нет, дайте, да, блядь, сука, чё ты такой живучий, блядь? Минус. Лично минус. Тени через секунду. Если есть у кого-то БР, джанк выбеги. Да. Отодвиньтесь. Ой, блядь. Смотри, сейчас разрели узу чуть влево. Короче, чуть ДПС, походу, не хватает. Сейчас не отдавайте БР. Не отдавайте БР, не хватает ДПС. Ну как, 10%. Тут не чуть-чуть. Ну не 10, там сейчас вот еще подамажим, будет 8%. Потом, если бы все сделал. Алло, блядь, вы заебали, честное слово. Все, кто сдох, минус давай, Андрюха. Сейчас будет двойные минуса за любой свак. Раз вы не можете сделать нормально. Ну вот нахера ты встал, Барменталь? Давай в хила спекнусь. Давай. Тяжело, там очень сильно просаживаются люди. Просто вон забегают в лужу, блядь, челики. Как там, конечно, не просилить. Когда еще закончится оправдание? А почему у нас всего 9 ДД бьют припоты? Так. Сиш, вы Дикань сразу говорю, не считайте. У нас свои припоты, которые у вас не отображаются. Сразу. Еще раз. Кто припоты не пьет, кто пьет припоты. Сейчас кто припоты пить не будет, вам сказали подготовиться к рейду, купить припоты. Сука, в плацке все выдается. Вы, блядь, можете припоты вонючие выпить. Я футилку закинул. Так, ой, ты же в хапресте, да? Да я вот не знаю, блядь, что профитнее будет. Мне кажется, ДЦшника второго тоже можно. Абсорба дохуя будет. Давай прыгай во второго ДЦшника. И самого дохлого можешь зубы закидывать. Ну, вставляй. Видишь, там кто-то проседает самый дохлый. Кахлик какой-нибудь. В него зубы. Кстати, у этого, у бета-тестера в натуре есть. Давай, бета-тестер, давай. Все, соберитесь, вы забрали, честное слово. Суетой заниматься. Так что мы серьезно Войда вторым грызть. Вот тебе отхил будет. ДПшника. А мы-то и так все равно ДПСим. Дело не в отхиле сейчас вообще. В том числе некоторые люди калич. Я бы не сказал. Отхила мало.
Особенно когда с перебежки мы обратно. Блять, я заранее говорю, не стойте просто, когда я сказал, выбежали в центр, выбегите в центр, найдите себе место сразу же. Че вы стоите до конца и вот стоите по самый конец, а потом вы уже забегаете. Ну конечно, блядь, когда он делает. Я же заранее говорю, когда вам выбежать. Найдите место, там, где нет лужи, отбеги в противоположную сторону от лужи. Даже если тебе дают укус к кресту, у тебя еще будет время к кресту подбежать, когда фир закончится. Кто-то ведет видос, он снимает, я чтобы показать. Знаю. Чтобы показать, где я был нахуй, куда меня занесло. Хорошо, прожимки где твои до этого были? А. Урыл. Да. Пиздец. Так он и в танке ну, прожимки не отдает. Что ты по нему спрашиваешь? Я там, кстати, вашку сделал для ребят, которые тень не могут вынести. В чат скинул в Дискорде. Это классный момент. Подумал, у кого у нас стоит этого. Наверное, у 4 человек из всего рейда. Бля, вообще надо вот сделать так, чтобы все, блядь, устанавливали Викауру и там нужные ВАшки делали. Ну, то есть, намного упрощает моменты очень. А вот такие, знаешь, вот с тенями вообще проблемы. Всё, мы... Антон, тихо пока. Можно Виктор смотреть. Этого тоже, в принципе, достаточно. Да. Приглашусь сам. К Дрэйву на укушу и дальше как было. Маша, Чеслав на себя видит. Этот Маша, дай доску. Чеслав, когда бежишь Иннер по Хау, изморский Иннер по Сацуне. Сэнджик, можешь давать. Куся, Куся его тоже по Хау. С Пактом раньше двигайтесь, ребят. Тени, через секунду. Фобус выбежал. Это катится Иннер и дальше на бета-тесте. Фобус опять, Андрей. Маша духа своего заезжай, который ману восстанавливает. КД? Окей, значит ты почти без маны. Следующий Иннер по-любому в шанишку. На эти тени закидываешь Макса зубы. Убегайте уже все в центр побежали. Ищите место себе. У Дрэйвен Макс выбежал. Хуже мне подбегайте близко. Кучите голову. Ебать, чисто в лужу, ребят. Дрит прохильте. Бета-тестера. Сбежались все, только под лицо не заходите. Тени через 9 секунд, приготовьтесь. Укушу Войда. Тени через 2 секунды вынесите, главное. Легалайз. Кусаю Войда. Ну, если кто-то укусит другого. Максас, подойди ближе к Эмилихам. Я тебя кушу. Тени через 7 секунд. Факт, побегали, побегали, подвигались. Молодцы. Тени, определенно. Войд, подбежи ко мне, добеги ко мне. Блять. Блять. Не разворачивайся, Войд, крутишься, лагал. Перед лицом надо, чтобы стоял.
сверху паника тоже появилась. Окей, так. Тени через 3 секунды. Все, выбегайте все в центр. Уже. Пусть он выбежал. Смотри, поуже, Юра, не беги. Ищите место себе. Я там херовато разлил троху. Чем так рано не зыбко? Сейвы, сейвы. Отдаем. Так. Изморский иннер по халу. Кусяло иннер по шанишке. Главное укусы отдайте и сразу геру. Укушу Адельделита. Все, геру, давайте. Ебать, изгадировала. Сейчас вынесите. Ловец снов, закастуй гимноману. Тени через 4 секунды. Еще вон, выбеги. Хорошо. Ой, еще одни тени будут. Главное их вынести, и босс умирает. Может и не будет. Молодцы. Не, дерево с травмой не перехилить эту херню. Чит упал. Пацаны, ну, стоп. Вот на самом деле обидно, что убили босса только когда нас даунами назвали. Вот в смысле, никому больше не обидно. Мы привыкли. То есть, как только стали дебилами, так сразу, в смысле, все стало получаться. Вот удивительно, прям какая-то свойство нашего рейда. Нас каждый раз тут обзывают на синдрио на лане, мы привыкли. Да понятно, но что-то как-то обидно. Сейчас мы на синдру еще придем. Там мы тоже будем. Всякими. Да, Саня? Да, да. Там и сестра твоя тоже будет. Не просто твой человек. Не угнетать девчонку, а. Спокойно. Пойду быстро перекурю. Так. Пошли, пошли бить. Один человек только написал. Поставьте шкаф. А я опять при чем? Ты ни при чем, ты молодчинка. Играем по черепу. Почему лежит? Женя, нажми мать. Тацуне. Санечка, дай этот массей. Если ЕП дадут. За скилл. Сергей, скажи что-нибудь. Вот, давай за невнятную речь минусуем один ЕП. Чу, а не чу. Женя, нажми массей, покажи. На меня как раз на укусе повесилась лужа. Я это увидел, блядь, передним глазом. Сколько у тебя глаз? Ну он, короче, в укусе укусил и плюс еще зеленочку нажал. Да. Ну, он эту зеленку никогда на перефазе не отдает, даже если умирает. Да. Поэтому он один Поэтому он один ЕП получил вместо нормального количества. Он за босса не получит, только за скилл. Это правильно. Стой, 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 давай по левой стороне, по левой. Че, на синдру надо 6 хил, наверное, да? Не, пока не надо. Ну посмотрим, короче. Может и надо, посмотрим. ДПС хватает. Нажмите на сумму кто-нибудь, тыкните. Кого? Любой. Хорошо. Егор, принимайся. А, вы хер, наверное, засуманит. Я бой смогу побежать. На этого босса отойти. Мне надо помочь сумке спустить. А халпа хилит у меня где-то 10 есть. Так, короче, ребята, все, кто находится в рейде, в следующий раз, напоминаю, кто не пьет припоты, будет получать минус. Особенно на важных боссах. Если на каком-то дерьме не пьете там, ну это ладно. Короче, сумона нет, я уже почти прилетел сам. Ну, в этот бой повесился. Сенджик, забери трех мобов, кроме повелительницы этой.
Ой, Вакачи, точнее. А Сенджикса только повелительницу убей. Потому что сейчас АОЕшка начнет закастоваться. Поставил череп. Милики, отбегите от черепа. Ну так чё, Сань? Да, ладно, идёшь. Ну типа за ману выпили пропоты 12 человек, когда читаю ДКшек. Охотницу убейте. Легалайс, ладно, он читает ДКшек. Против СДК. А? Этот. А я где тогда там, блин? А должно пить 15 минус 7, это сколько? 25 минус 7, это... 18. 18 человек должно было выпить. 3 человека не выпил. А меня нету, какого хуя? Что не пьет? Кто это говорит? Legalize. Ты на 14 месте, ты выпил особое пойло нота, две штучки. Но если ты пьешь приход, который ДК, он не может отображаться. Да нет, там просто 12 мест. Нет, он отображается. 12 мест линканул, понял? Я сейчас линканул, вот хоть смотри. Лох на 14 месте. А за весь инст есть? Да, есть. Милики, отбегите. В правой стороне иди через самую правую метку пуляй и по черепу играем. Вот это уже зависит. Блядь. Этот... По черепу играем, отдай массейв Сенджикс. Давай ты. То же самое охотница на противоположной стороне. Егор, у тебя черепаха, кабан, ой, не кабан, медведь приручен. Есть. Николас, я не вижу, но где-то тут точно есть. В следующей неделе был. Я только ПВПшного себе приучил для пешона. Энлита у тебя есть? Пец. Угу. А? Тоже нету. А вы, блядь, не можете пету сделать для целка? Я второй раз в ЦЛК. Вот именно. А надо было уже на первую. ПВПС не был в приоритете. Короче, туда с чего нажмешь этот доспех. Пеньку на него поставил, через него будет кинуть. Барменталь вкопал опрыгнуть. Ты о чем легала, типа этих, как его? Настоев? Слышите, а вы как, а сейчас можно типа ДКшникам пойло нота сейчас прям купить, или вы на старте типа фармили? Можно купить. Покупали, покупаем его. Ну там, где начальная броня вроде покупается. Да. Это вообще... 50 серебра. Дешевый припад. А на рогу надо, блин, а на рогу, хотя на роге не считается как за припад, артифоковый чай, но его фармить надо. А сколько он там ресает? 20 энергии раз в 5 минут. А это же вообще не припот, у него же даже КД не вообще вроде как. Да, да, я общий. А, с чем? Нет, чай не общий КД с припотом. Чай не общий, да, можно опять этот, раз в 5 минут нажимать. Ну, у Роги хорошего обязательно должен быть. Ладно, я все отбежал, может на босс успею прибежать. Хорошо. Что, зашли? Этот, я поставлю рыбку. Через чего нахилим? Мобов сначала добить. Мобы, да. Смотрите, босса не забыли. Ну вот, ГЦ, блять. Нахуя вы заходите? Че, не видели такого ни разу? Не-а, я не, кстати, первый раз. Диспо. Масс диспо дай.
Ты до Сатурна зашел? Да, Сатурн там стоит. Ну, блядь, это я сказал забежать, я не знал, что так работает. Тут пока мобы живут, что по улице босс. Он что-то нормально. Но мы можем тут стоять. Может сейчас отагриться или нет? Не отагриться? Нет, не отагриться, надо всё. Ни дивана, ничего не помогает, надо умирать. Да, надо нам умирать всем, самуроидам. Давай этого тухлика убьем, он выйдет, этот тухлика, черви, они быстрее всех сожрут. Не хильте. Там. Все, отлично, разгром вытвал. Не вставайте только. Не вставайте. Блять, что непонятно, не вставайте. Ал сразу же, покину тело. Берегитесь. Есть Бетик, кстати, либо сестра? И они пойдут в Альку мою ездить. Могу встать. Нет, надо, чтобы все сдохли в данже. Сейчас все. Берегитесь. Сейчас все сдохнут. Подожди. Все, можешь вставать. Всё. Как там тебя зовут, Натали? Давай, масрез. Ну ты уже знаешь, что это такое. А не, какой дух предков? Нашла. Это дух предков. Поняли, кого надо поднимать? Вот поняли, да, кого надо поднимать? Я же всех подняла. Да, да, да. Ты только избранного подняла. Вы тролли. О, вторым Войда, все правильно. Ебать. Да, можешь отменять Натали, уже пока уже поставил. Натали красава, всех подняла. Да все нормально, я поняла самого ирванного человека, а остальные так. Поставьте скаф. Поднимите Сасуне, пусть у него тоже, пусть он тоже будет треснут, может придет время. Я короче, Барментали хао. Барментали, все нормально, научим. Все хорошо, спокойно. Бать, со мной бы так разговаривал нахуй. Она треснула. Нормально, нормально, мне понравилось. Да? Я рада. Все, зайди сейчас пока. Короче. Хау и Барменто вместе летают. Он встанет, просто резните его. Ну, рез уже на нем висит, поэтому нормально. Короче, Сенджик слева танчит, Вакати справа. Все, забейте на него, пусть пока лежит. И хилите через Сачуана. Через печеньку копал. Друидом. Владревен в луносвете нормально там? Сумани. А, поставьте шкаф. Шкафик. Хули фрейма Фрейда нет, пацаны не знают, надо сумманить, нет? Не, я вижу, что он, просто я думал, он АФКшит в этом, где-то там. Шаклон. Да. Шаклон. Тыкните. Да, ты один шкаф. Ты что, не видишь фреймерей, да? Здесь Эквадженс. Не в КД. Перед Синдрой поставим. Ну тогда я не бахаю. Пошли. Пиздец. Быстро умрет он? Ау. Да, и очень быстро ваше ИП все отнимется. Хотите проверить, попробуйте. Так вот, начнем. Там очень быстро, я бы сказал, бы обнулиться. Закликивание макроса в воде. Прррррр, стеклы. Астерия стакается на вальке? Да. Хотя не должен на игроках. Знаешь, короче, Паша какой прикол рассказал, типа, делать. Вот когда ставится перекур, вы берете в 2-3 ДК и убиваете человека, нахуй. Бля, покал. Я сейчас напишу, кого будем пиздить. Бля, 10 голды предлагает. Давай, бля. Сколько там у тебя ИП? 1020, будет 0. И минус 10 к ИП.
Да, дороговато мне обойдется. Даже может подумаем на то, чтобы в ипотеку в минус тебя загнать. Начинается, в ипотеку кидают. Блять, легалая скинита, пизды я получу, блять. Пучки вдвоем. Думали. Можно сейчас их двоих подставить. Хуя. Мимо. Ну что, вы там долго сидеть будете? Что, можно в портал зайти? Я хочу ачивку получать. Черви поползли. Глисты. Еще там Чеслав отказался за столько? Что еще раз? Отказался Синдрулич? Да, да, отказался еще. Говорит, на более... Ты бы намного дешевле рассчитывал. Кому он, сука, хотел за 10 тысяч? 5. Ага. Нет, ну вообще... Заберите, мы... заберите с хапала заберите. Хапала, смотрите, бьют. Скажете, как Геру дать. И Хау, когда в следующий раз выйдешь, скажешь, тебе ПС-ку закинут. Разгром убейте. Червячочки. Кстати, кахала. ПС-очку. Он завис. Следующий кто-то летает. Почему завис? Вон показывает, что зашел в портал. А, нет. Он только сейчас отвис. Летаете по странному. Барменталь стаки есть у тебя? Надеюсь. Скажите там как Геру, да? Сколько стаков барменталь? Сколько у вас стаков? Геру там вам или что? Сколько стаков? Чего молчите? Они, у них микрофона нет. Сортик. Ну сейчас выйдет, можно у Геру дать. Давай, давай, выйдите еще и ставайте хилить через шачлона. Давайте, Геру. С правой стороны бомб. О, прям в рейде взорвали, вы чё, блин? Немного. 56 стаков они не захилили. Все, я тут извиняюсь. Фух. Не считать? Нет. Ну, он бы дохилил, если бы. Ну, что-то вы стаки проебали. Ну, ты знал, что ты запылил босса? Мишкел ножик докусывать. А бог мне ебало сломал. Давайте пояс за хладного этого. Разместался там. Если сейчас будет кольцо, я нахуй скажу, вы ебанулись, чешу. Заебись, не знал. А да. Не, я не про твое, я про танков стою. Двое перчаток? Да. Ой, бля, можно еще, пожалуйста, рез я отменил случайно? Лут, конечно, жива до себе лучшего. В
Прямо же в теории, короче, за час справимся, правильно? Ну, да. Ну, в теории. Короче, магики гулять у него не будет, правильно? Посмотрим. Наверное, нет. Так, может, Тараску его сходим? У меня, блядь, первая, завтра будет первая, блядь, встреча с семьей девушки, блядь. Массовая, я вообще в ахуе, блядь. О.